22 февраля на ледовой арене Дворца спорта «Заречье» состоялся матч всех звезд студенческой хоккейной лиги Нижнего Новгорода, собравший для участия спортсменов из всех нижегородских вузов и посвященный столетию университета Лобачевского. Это праздник хоккея для студентов. Больше это, наверное, все-таки шоу программы, чем настоящий турнир, где идет такая жесткая борьба, как они вот борются в течение всего сезона на студенческой лиге. Но это идет с целью пропаганды здорового образа жизни, с целью тем, чтобы, как говорится, все знали, что студенческое есть такие соревнования, есть студенческая хоккейная лига, где ребята играют, где они отбираются на более высокие соревнования. Жизнь университета – это не только коллоквиумы, лекции, наука. Это еще спорт. И для многих спорт намного важнее, чем наука. Поэтому я думаю, что мы с вами победим однозначно. Помериться силами на льду в этот день вышли две команды. Сборная ННГУ и сборная вузов, в которую вошли студенты-хоккеисты из высших учебных заведений нашего города. Помимо этого, организаторы мероприятия приготовили для болельщиков множество сюрпризов. Мастер-шоу, где хоккеисты демонстрировали точные броски по воротам, высокую скорость, эстафету и лучший буллит. Почетными званиями кандидат в мастера спорта были награждены хоккеисты клуба ННГУ ФКС, действующие чемпионы России среди студенческих команд. Со всей лиги студенческой собраны лучшие игроки. И будет шоу, будет для болельщиков игра, будут конкурсы интересные. Вот все здесь из-за этого собрались. В этом году у нас задача также добраться на финалы России. Для этого нам надо выиграть сейчас чемпионат Нижнего Новгорода. На данный момент идем на первом месте. Надеюсь, задачу мы эту выполним. И на финалах надо будет уже выступить очень достойно. После приветственных слов и поздравлений команды вышли на лед. И сборная ННГУ с первых же минут не оставила никаких шансов соперникам, сохраняя лидерство до конца матча и победив со счетом 9-6.